Наш Пан Иисус Христос здесь на этом месте. Амен. Наш Господь Иисус сегодня на этом месте. И каждый, кто здесь прагне, кто в окне может прийти туда, есть и пить за жиру два воды живой. И любой, кто сегодня жаждет, может легко прийти сюда и пить из этого источника живой воды. Хотел бы прочитать слово с Евангелия Святого Иоанна, 4 раздел. Я хотел бы прочитать и слово Божье из Евангелия Иоанна, 4 главы. С 7 версета буду читать. Буду читать 7 стиха. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie Jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do Niego, jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do Ciebie, daj mi pić, wtedy sama byś prosiła Go i dałby Ci wody żywej. Mówi do niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił? I synowie jego, i trzody jego. Odpowiedział jej Jezus mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej, ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, aby czerpać wodę. Przychodzi женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить. Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарийская говорит ему, как ты, будучи иудеем, просишь пить меня, у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду эту, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей к жизни вечной». Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Dzisiaj my żyjemy w takich czasach, że po prostu wygodnie nam jest napić się wody. Сегодня мы живем в такое время, что нам очень удобно почерпнуть, напиться этой воды живой. Dzisiaj wystarczy otworzyć kran i już woda leci. Сегодня достаточно открыть кран и уже течет вода. W każdym miejscu, w każdym sklepie, gdziekolwiek można kupić wodę. Везде можно купить воду. Можно купить воду в магазине. Еще 100 лет тому, а еще больше 2000 лет тому, это была иная ситуация. 100 лет, а еще больше 2000 лет назад ситуация была совсем иной. Чтобы напиться воды, нужно было właśnie иметь студню. Чтобы напиться воды, надо было иметь колодец. Чтобы напиться воды, нужно было чи студня, чи źródło. Чтобы напиться воды, нужен был либо колодец, либо источник. И nawet в tym słowie, które czytaliśmy, widać, że ta kobieta przychodziła, po prostu nie wiadomo jaką odległość przeszła, ale musiała przyjść na miejsce, gdzie była studnia. И даже мы читаем, что женщина приходила почерпнуть. То есть ей надо было пройти некоторое расстояние для того, чтобы дойти до этого колодца. Musiała mieć przy sobie właśnie wiadro lub jakieś inne naczynie. Она должна была иметь с собой какой-то сосуд, ведро. Po prostu wcześniej człowiek musiał troszeczkę przyłożyć starania, aby się tej wody napić.
Раньше человек должен был приложить какие-то старания для того, чтобы напиться этой воды. Przeczytamy jeszcze z pierwszej księgi Mojżeszowej. Jeszcze przeczytamy z księgi Bycia. Słowo dotyczące Izaaka. Słowo o Izaakie. Z 12 wers 26 rozdział. 26 глава. Z 12 wersetu. Z 12 stycha. Izaak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił. I zbogacił się ten mąż i coraz bardziej się bogacił, także stał się bardzo zamożny. Miał on stada owiec, stada bydła i liczną służbę. Zazdrościli mu Filistyni. To też wszystkie studnie, które wykopali słudzy ojca jego w czasach Abrahama, ojca jego Filistyni zasypali i wypełnili ziemią. Wtedy rzekł Abimelech do Izaaka: odejdź od nas, bo stałeś się daleko możniejszy niż my. Odszedł więc stamtąd Izaak i rozbił namioty w dolinie Geraru i zamieszkał tam. Izaak odkopał studnie wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama i nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec jego. Gdy słudzy Izaaka kopali w dolinie, natrafili tam na źródło, na studnie wody źródlanej. Lecz pasterze Geraru spierali się z pasterzami Izaaka, mówiąc: to nasza woda. Dlatego nazwali tę studnię Esek, sprzeczka, bo sprzeczali się tam z nim. Potem wykopali inną studnię i też spierali się o nią, dlatego nazwali tę studnię Zwada. Potem przyniósł się stamtąd i wykopał inną studnię, o której nie było już żadnego sporu. I nazwał ją Rechawot i rzekł: teraz Pan dał nam tę wolną przestrzeń, także możemy rozmnażać się w tym kraju. I wyruszył stamtąd do Berszeby. Tej nocy ukazał mu się Pan, mówiąc: jam jest Bóg Abrahama, ojca twojego, nie bój się, bo jam jest z tobą i będę cię błogosławił i rozmnożę potomstwo twoje przez wzgląd na Abrahama, sługę mego. I zbudował tam ołtarz i wzywał imienia Pana i rozbił tam namiot swój. Tam też wykopali słudzy Izaaka studnie. Z 12. «И сел Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек этот, и возвеличивался больше и больше, до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей». И филистимляне стали завидовать ему. И все колодцы, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. И Авимелех сказал Исааку: удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской, и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодцы воды, которые выкопаны были в дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их Авраам, отец его. И копали рабы Исаака в долине, и нашли там колодец воды живой. И спросили пастухи Герарские, и спорили пастухи Герарские и с пастухами Исаака, говоря: наша вода. И он нарек колодцу имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем. И он нарек имя ему Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рехавов, ибо сказал он: теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Оттуда перешел он в Версавию, и в ту ночь явился ему Господь и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исаака колодец». Na pewno domyśliliśmy się, że tutaj też jest właśnie słowo o studni, o wodzie. Наверняка мы догадались, что здесь тоже слово говорит о колодцах. Izaak, będąc właśnie sługą Pana naszego Boga,
Исаак, будучи слугой нашего Господа Бога, он был ему послушный, поэтому Пан просто поблагословил ему, и он стал себе богатый. Он был послушен Господу, и поэтому Господь так благословил его, что он стал великим и богатым. И видим, одразу заздрость пришла до некоторых, до филистинов. И сразу видим, что пришла зависть к некоторым, к филистимлянам. И начали закопывать студни. И они начали закапывать эти колодцы. И попросту Исаак мусил себе стамтон пренесть в иное место. И Исаак должен был перебраться в другое место. Потому что на тамтен час właśnie студня это была справа жизни и смерти. Потому что в то время колодец это была вещью, жизни и смерти. Он, бендонс богатым, имел właśnie стадо овец, кров, он мусил это все попросту напить водом. Он, будучи богат, он имел поля и большие стада мелкого и крупного скота, и он должен был их напоить. Без воды он мог шибко попросту стать właśnie и навет бедным. Без этой воды он очень быстро мог стать бедным. Мне считаю, что это добрый приклад właśnie нашего духовного стану. Мне кажется, что это отличный пример нашей духовной жизни. Если приложить такой приклад, что наше сердце właśnie jest студнем. Если сравнить наше сердце с колодцем, то aby napić этой воды, aby napić się wody żywej, то чтобы напиться этой воды живой, то наша студня повинна быть właśnie pełna этой воды. То наш колодец, он должен быть полон этой воды. Наша студня, наше сердце повинно быть чисто. Наш колодец, наше сердце должно быть чисто. Быть может, есть так, что właśnie приходит враг, приходит właśnie наш неприятель, и он закопывает эту студню. Может быть, случается так, что приходит враг, и он закапывает этот колодец. Может быть так, что просто наше сердце начинает быть полное разных камней, разного бруду и просто греху. Может быть так, что наше сердце наполняется какой-то грязью, какими-то камнями, каким-то грехом. И как тогда нам себя наполнить Духом Святым? И как тогда наполниться Духом Святым? Часами есть нам очень тяжко. Иногда нам очень трудно. Часами есть так, что просто приходим только на то место, тут до сбору, потому что тут есть вспольный, właśnie та студня, и стąd płynie вода жива, и тут может каждый себе напить этой воды. Иногда мы просто приходим сюда, где мы вместе собираемся, где есть этот общий колодец, и здесь можем напиться воды живой. Але что сделать, когда ты сидишь сам в дому? Но что делать, когда ты там дома? Что сделать, когда ты просто сидишь сам за собой? Что делать, когда ты только сам с собой? В який способ тогда себе напить этой воды? Каким образом тогда напиться воды? Есть только один способ, треба очистить эту студню. Есть только один, выход, надо очистить этот колодец. Треба очистить свое сердце. Надо очистить свое сердце. Треба просто, быть может, часами покутовать. Может быть, иногда надо просто покаяться. И просить Пана, чтобы он вновь наполнил Духом Святым то место. И просить Господа, чтобы он вновь наполнил Духом Святым вот это вот место. И так часами есть. И так иногда случается. И мы приходим просто до Пана нашего, просим его, его ласка, и Пан вновь наполнит нас Духом Святым. И мы приходим к Господу, мы просим о его милости, и он наполняет наши сердца Духом Святым. Прикладываем старание, и наше сердце начинает быть чистое, обновленное. Мы прикладываем какие-то свои старания, и наше сердце, оно становится чистым. Але снова же враг, так как тут пришли и начали себя кучить о том студне. Но здесь опять же мы видим, что, как и в этой ситуации, которую мы прочитали, что враг приходит и начинаются споры об этом колодце. Если ты есть просто на территории, которая не належит до тебя, если ты находишься на территории, которая не принадлежит тебе, то тогда может прийти właśnie этот неприятель и с тобой кучить о твою студню, о твое сердце. Тогда может прийти враг, и он будет спорить о твое сердце, об этом колодце. И он будет говорить, слушай, зараз, то же належит до мне. Он будет говорить, послушай, это принадлежит мне. И видим, Исаак снова уж мусил себя пренести там, потому что это не было его место. И мы видим, что Исаак опять должен был уйти оттуда, потому что это не было то место. Он мусил прийти до места свободного и вольного. Он должен был прийти к месту, которое свободное, которое не належит до никого.
которая не принадлежит никому. И он там себя почувствовал, только там себя почувствовал вольным. И он только там почувствовал себя свободным. Он только там почувствовал себя, что просто там может выкопать студню, и та студня будет для него только. И он там почувствовал, что там он может выкопать колодец, и этот колодец будет принадлежать только ему. И когда он это сделал, тогда właśnie Пан до него пришел в той ночи. И когда он это сделал, в ту же ночь Господь пришел к нему. И начал разговаривать с ним. И начал говорить к нему. И сказал, что я тебя это благословил. И он пообещал, что я тебя буду благословлять. Как с нами есть сейчас? Как сегодня с нами? Чи направда наше сердце есть, когда хотим, мы можем пить с этой воды? На самом деле наше сердце выглядит так, что мы в любой момент можем испить из этого колодца. Чи когда захочешь, просто склонишь свои колена и себя наполнишь Духом Святым? Когда вот захочешь, сможешь ли, когда захочешь, преклонить свои колени и наполниться Духом Святым? Чи маш каждый день, каждый вечер маш попросту близкий контакт с Паном? Есть ли у тебя этот близкий контакт с Богом каждый день? То тогда ты счастливый. Если это так, то ты счастлив. Если так есть, то ты действительно счастливый, бо маш попросту źródło воды живой. Если это так, то ты счастливый, потому что у тебя есть этот источник воды живой. А если так нема, просто треба знову ж приложить старание до того, чтобы попрацовать над своим сердцем. А если так нету, то надо предложить старание, чтобы, для того, чтобы поработать над своим сердцем. Над своей душой. Над своей душой. Над тем, чтобы снова быть при Пану. Поработать над тем, чтобы вновь быть рядом с Господом. Dlatego, że с нашим духовным станем не так просто, что мы можем открыть, когда хотим кран. Потому что в нашей духовной жизни так не бывает, что мы просто можем открыть кран, и вода потечет. А есть так само, как и было тогда, что мы должны пройти какой-то кавалок, мы должны взять за собой начинение и просто идти до студни. Но в нашей духовной жизни все выглядит так, что мы, как в те времена, должны пройти какое-то расстояние, должны взять с собой сосуд для того, чтобы почерпнуть воду. Подобно, как та самаритянка, которая пришла до студни и там споткалась со своим паном. Похоже, как та самаритянка, которая пришла к этому колодцу и там встретила Господа. Вручь мне еще раз до Евангелия Святого Иоанна. Давайте еще раз вернемся к Евангелию Иоанна. Сейчас только откроем 7 раздел. Сейчас откроем 7 главу. С 37 версету. С 37 стиха. А в последнем великом дню święta stanął Jezus i głośno zawołał: «Если кто прагnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Кто верит во мне, как повяда Письмо, с внутрь его поплыну реки воды живой». А то мówił о Духу, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem dar Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Это сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. И так właśnie mówi Pismo, że z wnętrza Jego popłyną wody rzeki żywej. И так говорит Писание, что из чрева потекут реки воды живой. Czy так есть? Czy dzisiaj z nas właśnie cieknie ta źródło wody żywej jest? И течет ли источник воды живой сегодня из нас? Чи dzisiaj ты, będąc по просто своей родине, напиешь właśnie свой дом, свои дети, свою жену, своих просто близких тем водом? Сегодня, будучи в семье, сможешь ли ты напоить своих родных, свою семью, свою жену, своих детей водой живой? Может быть, так, что просто часами даже для тебя самого бракует этой воды. Может быть, случается так, что иногда тебе самому не хватает этой воды. Dlatego musimy zawsze po prostu iść do naszego Pana. Поэтому мы всегда должны идти к нашему, обращаться к нашему Господу. Просить Его о воде. Просить Его об этой воде. А Он нам даст. И Он нам даст. Вот так mówi Pismo. Так говорит Писание. Я верю в то слово. И я верю в это Писание. И wiele razy przychodzę do mojego Pana. И сколько раз я приходил к моему Господу, то Он мне дал. И Он мне давал. И Он мне сейчас дает.
Он мне сегодня дает. И утром мне да. И завтра даст. И когда захочу, приду до Пана, и Он мне даст воду. И когда я захочу, я приду к Господу, и Господь даст мне эту воду. Потому что эта вода потребна мне для жизни. Потому что эта вода, она необходима мне для жизни. Я не хочу быть мертвым духовно. Я не хочу быть мертвым духовно. Я не хочу быть мертвым и ходить просто только по этой земле и ожидать просто какого-то чуда. Я не хочу быть мертвым и ходить по этой земле просто ожидая какого-то чуда. Але я хочу каждый день просто быть сыт этой воды. Я просто хочу каждый день быть сытым этой воды. Поэтому Пан сказал, кто напьется этой воды живой, уж никогда прагнуть не будет. Поэтому Господь сказал, что кто напьется этой воды, больше никогда не возжаждет. Если ты ходишь в Пану, ты не потребуешь пить, бо ты просто полон этой воды. Твоя студня есть полна. Если ты ходишь в Господе, то тебе не надо воды, потому что у тебя полно этой воды, у тебя полный колодец. Тебе не треба шукать, тебе не треба купывать, в тобе есть, в твоем сердце есть та вода. Тебе не надо искать, тебе не надо покупать, в твоем сердце эта вода живая. Та вода, просто, которая текнет с самого неба. Та вода, которая течет с самых небес. Та вода, которая завше дает жизнь. Та вода, которая всегда дает жизнь. Та вода, которая даже на пустыне дает жизнь. Та вода, которая даже в пустыне дает жизнь. Если твоя жизнь с пустыней, если ты напьешь этой воды, то сразу увидишь, как твоя жизнь начинает изменять. Если ты находишься в пустыне и ты напьешься этой воды, ты увидишь, как твоя жизнь начнет изменяться. Потому что Пан Иисус из źródłem воды живой. Потому что Иисус Христос является источником воды живой. И каждый, кто до Него придет. И любой, кто к Нему придет. Не заведись им. Он не заведись. Он просто не расчаруется. Он завтра он не разочаруется. Каждый, кто приходит до Пана, Пан сегодня имеет ласку свою для каждого. Каждый, кто придет к Господу, для каждого у Господа есть своя милость, своя благодать. Достаточно только прийти. Хватает только прийти. Достаточно прийти и попросить. Хватает только прийти и попросить. Мы встанем и попросим. Мы сейчас встанем и попросим. Аллилуйя.